Вона не має художньої освіти, але малює картини. Об'їздила півсвіту, але не задля подорожей, а для того, аби реалізовувати свої проекти. Світлана Сулімова, директор Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні гість знаменитостей, яку традиційно ми знімаємо у торговому розважальному центрі «Мегамол», яке стало вже улюбленим місцем покупок та дозвілля вінничан. Ходімо подивимось, що з цього вийде. Світлана Сулімова – директор Вінницького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Народилась в Казахстані, батько – українець, мати – латишка. До 9 класу мандрувала родиною в Середню Азію. Має 3 вищі освіти – практичний психолог вищої категорії. Працювала вчителем російської мови та літератури, радіоредактором, завідуючою бібліотекою, керівником гуртків, журналістом. Пише картини, статті та вірші, видає книги, допомагає вирішувати проблеми малозабезпечених сімей. Програму «Знаменитості на смак». І нагадаю, що сьогодні в нас в гостях Світлана Сулімова, директор Центру соціальних служб сім'ї та молоді Вінницької міської ради. Доброго дня! Доброго дня, Юлічка! Сьогодні ми будемо готувати з вами вашу коронну страву – це конверти щастя. Давайте розкажемо, що нам треба, які інгредієнти потрібно для того, щоб приготувати таку позитивну страву. Да? Я бачу, в нас є сир, так, лаваш. Петрушечка, кропик, перець, помідорки, сіль, масло і кетчуп. З чого почнемо? Я хочу сказати, що найголовніший ресурс, який є у людини, – це час. Время просто нельзя вернуть. И поэтому, так как у нас время очень быстротечно, мы должны и себя обслуживать очень быстро. И поэтому должны быть такие блюда, которые дают нам возможность и сытости, и в то же время быстро очень готовить для того, чтобы быть всегда бодрым и устойчивым. Поэтому я предлагаю эти конверты счастья сделать, потому что самая главная задача человека – это быть счастливым в этой жизни. Вот. А счастье – это радость. Радость дается во всем, что ты делаешь с этой радостью. То есть та энергия радости, которую ты предлагаешь. Поэтому предлагаю сегодня конверты счастья сделать. И для этого нам нужно обязательно творог. Мы сейчас высыпаем творог. Значит, это поможет вам. Что я хочу сказать, что творог обозначает то, что это... Этот продукт добр, и в то же время он спокоен и дает возможность устойчивости человеку в этой жизни. Поэтому это очень вкусный и полезный продукт. Я, до речі, скажу, що в нас тут на столі ось така маленька, досить гарна картинка, яку ви з собою принесли. Що вона символізує? Вона надихатиме нас сьогодні на приготування смачної страви? Ви знаєте, я так от рисую. Я не спеціаліст по рисуванню, це моє хобі. Це називається гармонізатор пространства. Я думаю, що ця картина нам буде допомагати формувати позитивні события на нашій кухні. Продовжимо. Да? Що далі? Ну, до речі, ось... Ви кажете, що ви не малюєте, ця картинка маленька. Да, у мене є великі картини, саме велика. Да, я знаю, що у вас величезні картини, у вас була виставка і не одна своя, да? Да, і різні картини рисую. У мене вдома висить картина 1,60 на 1,20 м. Дві таких картин. Перша картина називається «Благодарність», а вторая – «Признательність». Угу. Тому що ми повинні благодарити за все, що ми маємо в цій житті, і бути признательністю за ті ресурси, якими обладаємо. Потрібно чистити? Да, треба нам почистити перець. И мелкими такими кусочками нарезать. Я, например, считаю, что кто как любит. Некоторые любят очень мелко нарезать ингредиенты. Кстати, перец.
Перец сегодня у нас желтый, это солнце обозначает, а солнце у нас объединяет всех. Самая главная энергия, которую мы получаем, это солнышко. Солнышка нет, и у нас настроения нет. А солнышко есть, у нас и настроение есть. И поэтому перец, он дает такую солнечную, сегодня у нас солнечная энергия. А если бы у нас был перец красный, то у нас бы была энергия любви. Потому что перец, вот говорит, ох, с перчиком или еще что-то, это обозначает, что, как говорится, есть какая-то изюминка, индивидуальность у человека с перчиком. Слухайте, ну вдома, коли підбираєте продукти для того, щоб приготувати ту чи іншу страву, ви теж так дивитесь, який настрій, який фрукт буде для своїх домашніх? Юлечка, вообще пищу надо готовить всегда с хорошим настроением. Всегда с хорошим настроением. Если человек очень спешит или он недостаточно сегодня радостен, всякое бывает настроение, мы очень огорчаемся, особенно в последнее время, очень много депрессий у людей. И человек готовит с таким настроением еду, обязательно у него начинаются какие-то боли, какие-то он тяжесть ощущает. Поэтому прежде чем приступить к еде, я думаю, что еще наши древние женщины, они всегда молились, сейчас уже медитируют или еще что-то придумывают, но обязательно надо проговорить, чтобы еда была позитивной, доброй, она служила здоровью тех близких, которым мы готовим эту еду. И поэтому она будет намного питательнее, и человек не получит каких-то негативных влияний, связанных с желудочно-кишечным трактом. Вы нещодавно были в Сполучених Штатах, казали, что это ваша мрія. Взагалі, от яка там кухня, що там їли? Я вам хочу сказати, я була в такому місці, де їли тільки продукти, які вони вирощують самі, і ці продукти без м'яса. Тобто це вегетаріанські продукти, кухня дуже різнообразна, дуже питательна. Всі, як говориться, продукти там связанные с тем, чтобы поддерживать человека, и он чувствовал себя сытым и гармоничным. Теперь помидорки мы с вами порежем. У вас дві доньки, ви їх вчите готувати? Ну, одна донька у нас вже далеко живе, вона готує там сама, вторая дочка з нами. Но дочка у меня, как говорится, психолог-диетолог, и поэтому она всегда правильно все себе готовит. И я беру иногда с нее пример, потому что я не всегда правильно питаюсь из-за того, что нам жизнь дана для того, чтобы мы стали совершенными. Поэтому это целый путь, который дает нам возможности улучшить себя на этом пути. Хочу сказать, что я в свое время очень любила, и у меня было время готовить, потому что я жена военнослужащего и дочка военнослужащего. Вы много переездили, да? Очень много, очень. Мы и в Хабаровске служили с мужем, это последнее наше место службы. Здесь и начиналась моя карьера. И я говорю о том, что женщина может тоже в этой жизни все, если она очень захочет. И поэтому та карьера, которая у меня есть, это сделано в этом городе. Я люблю этот город, он мой город. И та книга, которая выпущена, я в конце ее вам подарю, она посвящена нам, венечанам. Это их жизнь, их рассуждения, их ситуации, которые дают нам возможность улучшить енергетику цього міста. Ми будемо змішуватися? Так, ми будемо обов'язково. А що стало поштовхом, що ви вирішили писати книжки, малювати картини, от взагалі творчі себе проявляти? Я хочу сказати, що чоловік, він, по суті, рождається талантливим. Но із-за того, що у нього складаються обстоятельства, можливо, не такі, щоб він розкрив свої таланти, и он в какой-то мере это не может сделать. На самом деле человек может быть тем, кем он хочет быть. И, наверное, я начала рисовать, и вот в этом году уже была первая выставка фотографий «Солнце и дна и нас» у нас Це целый месяц. Это вы сами фотографовали? Я сама, да. Тобто ті події, фотографировала які... солнце, восход солнца над разными морями мира. Я, мне очень нравится солнце, и оно какое-то магическое. Когда оно встает, то вот этот рассвет первый, когда оно просыпается, показывается, первые вот эти лучи, оно просто обладает каким-то удивительным эффектом, который она дарит людям. И у нас, вы знаете, сейчас
ситуация не совсем обычная, и у каждого человека сейчас происходит... Да, немножечко. Происходит определенная эволюция у каждого. Вот, поэтому я думала, что если я сделаю эту выставку, оно даст людям уверенность в том, что человек не просто так рождается в этом мире. У него у каждого своя задача. Главное действовать очень энергично и по внутренней правде. А солнце, оно светит каждому эту дорогу, а Вселенная даст каждому ресурсы для того, чтобы осуществить свою миссию. У вас нелегка робота. Вам доводиться стикатися з нелегкими сім'ями, неблагополучними сім'ями. Але завжди, коли особисто я з вами спілкуюсь, ви завжди заряджені позитивом, такою енергією. Де черпаєте взагалі ось цей позитив, енергію? Я огорчаюсь, коли... Я вижу семьи, которые могут совершенно по-другому построить жизнь. Но они не обладают, но они не обладают, Юлечка, знаниями. То есть родители, а иногда их вообще нет, они не передают тех знаний, которые должны быть основой для жизни человека. И они такую же матрицу передают своим детям. А дети, вырастая, дальше продуцируют вот эти моменты. И я всегда ищу такие программы, которые дают человеку устойчивость в этой жизни. И в 2011 году я была в Израиле по программе детей и молодежи с инвалидностью. И там познакомилась удивительная женщина из Молдавии, которая говорит: давайте напишем проект с вами по Афлатуну. А я говорю: а что это такое Афлатун? Она говорит: это социальное финансовое образование детей по всему миру. Я говорю: вы знаете, я не очень с финансами, я в основном социальный аспект. Она говорит: поверьте, если мы напишем с вами этот проект, он будет служить и детям с инвалидностью. И до того она меня заинтересовала в этом проекте. Когда я приехала в Винницу, я начала постоянно спрашивать, а где можно обучиться по этой программе. Меня поддержал мэр Владимир Борисович Гройсман, меня поддержало управление образования Буняк, Владимир Буняк. И потому что все ищут те модели, которые дают развитие городу, развитие обществу. И я ездила и обучилась, и стала региональным мастером по социально-финансовому обучению Афлатун. И обучила 58 учителей, методистов и воспитателей города. Здесь у нас уже и в школах есть такое обучение, и в детских садах Афлатун. На Украине никто это не делает. Продовжуємо нашу програму «Знаменитості на смак». Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях Світлана Іванівна Сулімова. І ми вже підготували овочі. Зараз ми будемо їх змішувати. І творог, сир. Ми, як би не розказали далі, що помідори – це плодородие обозначає. Якщо люди, дівчатки, не хотят выйти удачно замуж, надо побольше есть помидор, потому что это счастливое замужество. А зелень, зелень, говорит, зеленый, то есть это удача, это молодость, это прогресс. И я думаю, что все вместе нам даст возможность. А есть овощи, это вообще, как сказать, интересное путешествие жизненное, то есть тебе повезет на этом пути. Поэтому мы будем сейчас все смешивать. Взагалі швидко готується. Очень быстро готується. Ми просто розмовляємо з вами, а якщо це делать молча, то это очень быстро сделается. А підсолити щось? Да, ми обязательно немножко подсолим, потому что оно немножко у нас должно все-таки подсолиться. Соль, вы знаете, это во всем всегда это оберег. И перед нашей передачей вы спросили, а почему считается, что соль, когда рассыпал, то это к определенным процессам. А хочу сказать, что рассыпается она не просто так. Человек находится в таком состоянии эмоциональном, что у него он, размахивая руками или задевая чем-то, он может все это разрушать. Поэтому человеку надо успокоиться, понять, что только из спокойствия мы правильно принимаем решение, только из спокойствия это решение правильное, и твоя эволюция правильная, только из состояния покоя. И тогда начинать все делать. На соль, которая рассыпалась, нужно ее поблагодарить, что она рассыпалась, посмеяться над этим, чтобы разрушить эти все эффекты, и продолжать двигаться дальше. По життю ви беретесь за багато проєктів. Момент наступав, чи у вас такий, коли ви з чимось не справлялись? Як тоді знаходили силу? Да, я такой человек, что если я за что-то берусь, я обязательно
получаю результат. Но результат бывает разного уровня. Иногда хочется получить очень высокий результат. Ну, например, сейчас был проведен тренинг на уровне университета банковского отдела при Национальном банке Украины и представителем Министерства образования. Мы хотим, чтобы этот продукт, Афлатун, социально-финансовое образование, которое дает устойчивость ребенку в этом мире, знания финансовые, умение зарабатывать денег, чтобы он у нас вошел в жизнь и уже обладал этим ресурсом и не потерялся в этой жизни, и меньше было разводов и несчастных судеб, больше было любви и благополучия. Мы проводили этот тренинг для того, чтобы дальше продолжить этот проект. Но сейчас ждем результатов, потому что нам нужно обязательно, чтобы Министерство образования решило, что действительно это необходимо. Им очень это все понравилось, но вот ждем. Вот эти вот ожидания, хотя время, оно так быстротечно, и надо это все запускать, чтобы у нас меньше было бедности, чтобы было больше счастливых семей. Это надо делать очень быстро. Ну, однако сейчас пока идут. Треба разогреть, напевно, да, нашу? Да. Теперь мы вот смотрим, какой у нас лаваш. Я хочу сказать, что это немножко подсушенный лаваш, да, и нам обязательно надо его чем-то промазать, для того, чтобы он у нас совсем не развалился. Видите, он у нас рвется очень сильно. Разрезаем на две части. Я думаю, что мы немножко его майонезиком промажем, для того, чтобы он у нас действительно конвейер счастья получился, а не развалился у нас. Так, где у нас майонезик? Ось, да, вот. Можно смазывать, что есть, сметанкой, майонезом. Ну, в конце концов, если и этого нет, то я думаю, что можно, знаете, чем смазать? Просто водой. И пока чтобы видно был сухой. Да, да, да. Угу. И чтобы пока он, как говорится, пока мы там готовим начиночку для него, чтобы он немножко у нас так пропитался и не был таким сухим, чтобы у нас красивый конвертик получился. Мы его там потом трошки подсмаживать. Да, мы можем вот так немножко его, да, закрыть, чтобы оно немножко пропиталось. Но это совсем немного, это на любителя. Люди могут ничем не пропитывать. И давайте я думаю, да. Вот. Значит, ну, вы смотрите, какая структура, есть круглые лаваши, есть разные. И мы в срединочку, вы знаете, чем вот хорошо это блюдо? Можно делать, ну, любые вещи, с различными овощами. Сейчас очень вкусно с разными фруктами. Очень вкусно будет с клубничкой, посыпать сахаром, обвернуть, поджарить. Вы не представляете, это утром лучшая такая еда, потому что она, во-первых, настроение дает. Во-вторых, она дает витамины, которые нам необходимо перед зимой запастись, и надо все это покушать. Вот. Вот немножко кладем, чтобы это было красивенько. Сейчас будем заворачивать его. Вот. Ви нещодавно також повернулися з Швеції, і там теж багато вражень цікавих, які привезли сюди. Щось будете впроваджувати у нашому місті? Ой, обов'язково. Ви знаєте, так вийшло, що я взагалі слежу за якими-то проектами, які цікавлять мене. Мене цікавлять в цій житті теми, які дають людину возможность по-новому воспринять себе і бути щасливим в цій житті. І от одна із тем – це Афлатун, про яку я обожаю эту тему и говорю о том, что это необходимо, чтобы в наших школах, это в детских садах, в школах, везде, видите, у нас начинает оно немножко расходиться. Вот. И также роль и миссия женщины в этом мире. Потому что у нас женщина такая интересная, она может мужчину как вдохновить, так, как говорится, оставить его совсем без энергии, и у мужчины будет очень несчастная судьба. Вот. Я иногда беседую с нашими бомжами и говорю, расскажите о своих женщинах. И обязательно, начиная с матери, там, ну, не повезло мужчине. Вот, потому что вот женщина такой силой обладает. Но женщина, если она осознанно обладает своими такими энергиями, да, то она может строить этот мир. И когда говорят, политика – это грязное дело, я считаю, что это сознание людей, которые в политике, надо работать над этим сознанием. И мне бы хотелось такую школу, потому что у меня очень много опыта. Я в политике с 90-х годов. Разные общественные организации, связанные с женщинами, вела, и партии. И думаю, что надо сделать такой центр, где постоянно могут женщины получать знания о том, какие они. Мы продолжим о
програму «Знаменитості на смак». Нагадаю, що в нас сьогодні в студії Світлана Сулімова, і ми готуємо конверти щастя. В нас залишилось останній такий штрих – це їх підсмажити. Да. Да? Будемо змащувати сковорідочку трошечки. Да, да? Обов'язково. Значить, смотрите, ми можемо робити не приміняє маслице, вот. Кто как любит, понимаете, кто как любит. Для того, чтобы они выглядели более сухими, можно вообще это не делать. А для того, чтобы они все-таки были румяные, мы вот сделаем их вот такими вот конвертиками. Конвертики могут быть разные. Вот у нас получился вот такой конвертик, у Юлечки вот такой конвертик, это для мальчиков. Вот оно как бы запечатывается, да. У нас, да? Могут быть еще маленькие конвертики. Да, нагадаю, что нашу страву будут смакувати відвідувачі Мегамолу и оценить за десятибальную систему. Так що хвилюєтесь? Ну, звісно. Сьогодні ті проекти, які ви хочете реалізувати, взагалі йдуть на контакт, хочуть вчитися вінничани? Взагалі. Да, вот этот вот центр навігації для женщин-політиків, он уже начал работать. Совершенно молоді, интересные люди йдуть. І я хочу, щоб було дуже багато нових женских лиц, которые совершенно по-другому относятся к жизни, к своей семье, к своим детям, к обществу. И таких должно женщин быть много, чтобы они вдохновляли новых мужчин в политике. И у нас политика была, понимаете, как в Швеции, например, mm-hmm. что там не воруют, нет коррупции. Там очень много папочек с детьми ходят на улицах. Там очень... взагалі в декретную відпустку законодавство да. зобов'язує чоловіків іти. Навіть... Зобов'язує, вот. Да, потому что у нас могут или не могут, а там... Зобов'язує. Взагалі, можливо реалізувати там такі речі у нас в Вінниці, скажімо? Чи до нас ще не готові? Ні, наша Вінниця готова ко всьому. Вот, вы знаете, самый замечательный планетарный город. Потому что здесь ко всему мы готовы, мы не боимся экспериментов, мы не боимся каких-то рисков. И мы идем, учась, и благодаря за то, что нам дает жизнь. Поэтому нам... Як говориться, повезло з городом. Багато говорять про те, що сьогодні реалізувати той чи інший проект дуже важко. Як вам вдається, скажімо, реалізовувати ті проекти, які ви бачите, що необхідно для нашого міста, для області? Коли ти чувствуєш, що цей проект потрібен людям, у тебе з'являються такі енергії, перед которыми не могут остановиться никто. Просто люди понимают, то, что необходимо для тебя, оно передается через другого человека. И политика, она должна быть поддерживающая, а не разрушающая. Поэтому у нас должны быть совершенно новые политики, политики, которые созидают, а не разрушают. И от нас это все зависит. Мы уже готовы для того, чтобы данные модели, данные теории делать реальностью. И вот начнем с центра навигации для жінок-політиків. Які перспективи він відкриє, цей проект для жінок? Ну, во-первых, этот проект будет у нас 10 месяцев. Угу. Он совершенно бесплатный. Мы, объединяя ресурсы общественных организаций, будем проводить этот проект. И хочу сказать, что мне помогает Светлана Ходакова, это уникальная организация, открытое общество, которое собрало многие организации, и они тоже сейчас на территории нашего города тоже будут осуществлять интереснейший проект, связанный с женщинами в политике. Крім того проекту, який ви хочете реалізувати саме після приїзду в Швецію, ще над чим працюєте в творчості? Ви плануєте якусь наступну свою виставку відкрити? Да, я сейчас собираю очень интересные фотографии на тему кулинарии. Вот, совершенно необычный ракурс. Совершенно необычный ракурс. Он, как говорится, мне пришел из того, чем я занимаюсь, и подумала, а как это красиво, почему мы об этом вообще никогда не задумывались. Не говорим, не показываем. Да, и вот сейчас я собираю вот такие возможности для того, чтобы это сделать. Угу. Ну, для це будуть надо... страви, які ви готували, чи що? Не це... розкажу. Ага. Це совершенно необычный ракурс, вообще вот так он не открылся, я думаю, как интересно. Это же люди никогда не видели. Ну, по крайней мере, я такого не встречала, поэтому это будет интрига. Заинтриговали, да? Да? Но над этим еще надо поработать, пока у меня не хватает времени, чтобы именно это фотографировать. Но оно обязательно будет.
день, дівчаточка. Спробуйте страву, візьміть вилочку, серветочку, яку готувала сьогодні в нас зірка. І оцініть на смак. Поставити. Так. А... Дуже, думаю, 10. 10. Смачно, так? Да? Дякую дуже. Плюс 9. 9. Вісім, так. Конверти щастя. Для приготування вам необхідно лаваш, помідори, перець червоний, перець жовтий, кетчуп та олія. Овочі нарізаємо дрібними часточками, лаваш змащуємо майонезом, викладаємо змішані овочі, закручуємо у конверти та трохи обсмажуємо. Так, Світлана Іванівна, бачу, ви тут гарно все прикрасили, підготували. Всі поставили десятки, дев'ятки, високі оцінки. Залишилось нам спробувати. Я навіть не знаю, як таку красу зараз можна... Взяти. Любов Вінічана. Конверти щастя. Дуже гарно, конверти щастя. Будемо пробувати? Да, ну, перед тим, як ми будемо пробувати, я б хотіла вам подарити свою останню книжку. Це передпоследню, мабуть. Ну, ще одна називається «Время вибрало нас». Це четверта книга моя. Здесь собрані, як я вже говорила, це розкази о Вінічанах. Ощущения нашего времени, времен года, стихи, которые говорят о том, что мы родились здесь для счастья. Счастье приходит в радости, а радость каждого из нас внутри нас самих. Пусть эта книжечка будет в вашем арсенале, можно поздравлять людей, там есть такие стихи. І кажуть, що можна відкрити і як гадати, можна відкрити щось і щось прочитати. Давайте там є стихи, да. Два вірші. Так. Нічого не буває вдруг, да? Нічого не буває вдруг. В житті твоє постучався друг, для того, щоб бути в путі, легче міг бытия пройти. Сущность жизни понять своє. Грех в познанні мира сего, а раскаяние простота, от которой в душе пустота. Иероглиф судьбы твоей – это танец прожитых дней. Осознание точки своей – счастье в жизни других людей. Наша жизнь – наша правда пути. Тот, который нам нужно пройти через творчество. Все мы поймем этот мир, где с тобой живем. Дуже гарні слова. Таке завершення логічне нашої і сьогоднішньої розмови, і того, що ми готували. Я вам дуже дякую.